Доброго времени суток, народ, с вами, как обычно, Джесс. И мы продолжаем проходить Dead Cells. Ну, точнее, как проходить, мы продолжаем в него... Что за херня? Уйди, мышка. Я тебя не звал. Ладно, ты уйди ты куда-нибудь. О. Не совсем проходить, смотреть, наверное, так, да, правильней. Тут у нас новый апгрейд. О, хорошо. Я не пойду туда, потому что в той секретке всегда лук. Мне он не особо нужен. Мне вернули рапиру. Это на самом деле меня невероятно радует. Сейчас поясню ситуацию. Я только что уже пытался играть, но у меня постоянно выключался геймпад, и это в итоге привело к абсолютно уродской и печальной смерти. Я решил, что надо просто взять и сделать все по новой. Все, хуйня, давай по новой. Так что да. Ой, тут же еще один свиток силы, круто. Так, здоровье, давайте разочек. 20% это 20%, это важно. Причем, что интересно, 20% от этого, от нынешнего максимума, а не от начального. То есть ты не 20 хп себе берешь, а в данном случае 21 было, да? Вампиризм, покупаем. Блин, это круто. Это хороший скилл. В смысле, я его... Когда он в какой-то откатится? Это не служит никак... В смысле, это Что? Это у фонтана здоровья. Блин, тогда это не так круто, как я думал. Я-то думал, ну, это было бы очень опешно, я согласен. Если бы оно имело откат какой-то просто. Но это все-таки... Not cool. Так, прогулочный двор. Так, мощная граната. Что бы это ни было, давайте посмотрим. Какие эти ребята забавные. Распухшие. Так, это обычная пехотная, что ли? Ну да. Так, давайте посмотрим, куда это ведет. Я очень хочу... это сюда ведет. Окей, я понял. Я думал, может, там как-то это все иначе немножечко сделано. Я бы хотел попасть все-таки не в токсичный коллектор, а как там называлось это? Заброшенные, по-моему, коллекторы, да? Какие-то коллекторы были, если я ничего не путаю. Секреточка. В принципе, у меня золото как... Ага, я понял. Я оставлю... О, тут можно было еще немножко золота, но смысла не вижу особо. Так, что это? Вокруг жертва. Давайте так. Сделаем ее более боевой. Ну... Этот слот свой сделаем более боевым, точнее так. На. Токсичный коллектор. Ладно, давайте тогда... Туда. В прогулочный двор. Prominent of the Damned, вот он как назывался, блин, я вспоминал, ну вы этого, конечно, не увидите, но я вспоминал. Так, 2 минуты 49 секунд. Я вот эту штуку для... Блин, забыл, там фейзер же у меня теперь. Короче, у меня есть скилл очень интересный, который позволяет прыгать за спину врагу. И следующая автоатака наносит 150% урона. Клевая штука. Так, давайте я звук выключу, пока не забыл. Я вдруг вспомнил, у меня минутное просветление. Так, рашим. Пробегаем мимо всех пока что. Ну и, в принципе, наверное, побежим дальше. Мне особо нечего качать все равно. Еп.
5 секунд! Вы что, шутите? Там наверняка какой-нибудь чертеж в этот раз, да? Я в предыдущий забег успел до нее. Ладно, хрен с ним. Там ничего не было до того? Нет. Оу! Так, берем тактику. Ой, я случайно. Ну ладно. Теперь придется прокачаться. Ну, в смысле, отхилиться. Или не придется. Это не служит никакой цели. Мне так нравится эта надпись. Она настолько, блин, тупорылая. Ничего не значащая. Умри. Угу. Я тебя не заметил. Прости. Блин, а чё теперь? Нету, что ли, этой? Рапира третья. I like this. Так. Давайте-ка мы сделаем вот так. Я не могу продать этот предмет. Угу. Это жаль. Это жаль. Так, куда я? Че туда лезу? Пошли. Я понимаю, что постоянные проверки карты могут немножко нервировать, но... Так, мне бы сюда проникнуть как-нибудь, но... Руны пока нет, правильно. Оп. Блять! Да, руны правильно пока нету. Так вот, да, проверки карты. Это необходимо, потому что иначе я не буду успевать как... 5 секунд! 5 секунд! О, нет, это мне не нужно. 5 секунд, как так вообще? Блин, идите в задницу. Погони. Так, мне сюда нужно? Не знаю. Оп. Ну, пока прямо скажем, меня вампиризм не особо впечатляет. Я не совсем понимаю, зачем он мне нужен. То есть, как бы, ну... Я не ощутил еще ни разу потребности прям вот его прожать и идти там что-то, блин, рубить. Так, нет. Можете даже не показывать мне. Ау, стоп. Я вспомнил. Все, 15 тысяч у нас есть на следующий раз, так что можно особо не париться. Ну, конечно, я буду все равно все продавать, собирать и так далее. Но без фанатизма. Угу. Так, это на крыше. На крыше мне не надо, а это туда, куда мне надо. Я не уверен, что мне сюда надо на самом деле. Но почему бы нет? Сейчас фейзер сделаем вместо вампирика. Надоел мне вампирик. Он не сильно помогает. Хорошо. Так, вампирик я могу распылить. Вау, это фиг... Ха, это фигня еще и... Слушайте, а мне теперь этих-то... Скелетов вообще будет легко разбирать, получается. И Кунлао, наверное, тоже. Хотя они там вроде вокруг себя фигачат, так что с ними будет посложнее. Если я до них, конечно, доберусь. В чем я, ну, некоторые сомнения имею.
В смысле? Было что-то странное. О да, это работает. Нет. Их немножко подлочивает на месте, вообще круто. О, этот, элитка. Скелет. Блять. Блять. Умри. Хорошо, что это? Выживание плюс 2. Плюс 2, ребятушки. Не зря дрались. Ну, может и зря, конечно, на самом деле. Ну, не к тому, что могло быть и лучше. Бедный ежик. Нет? Хлыст мучителя 4. Да блин, ну его нафиг, я ненавижу этих ежей. Я не могу до этого хлыста добраться. О! Привет. Как дела? Зато я могу добраться вот до этой фигни. Так, хорошо. О, блин, и с щитами тоже удобно справляться стал. Короче, мне нужно привыкнуть к фейзеру, потому что он очень такой интересный. О-о-о. Так, ладно, хер с ним. Эти штуки очень много времени отнимают, я не буду с ними сражаться. Я прям как знал, куда надо идти. Давайте выживание. У меня нету боевых особо скиллов. Ну, то есть, конечно, есть вот эта граната, но она... Так и нахрен ты нужен, блядь! Жесть какая! Хорошо! А чего вот я сейчас получил третий удар? Не может кто-нибудь объяснить? Я продам вампирик, бесполезно. Ладно, хер с ним. Я справлюсь, Юля. Лифты убивают, если вдруг не это. Кто-нибудь. Ой, еще вампирик. Да умри ты, не ты умри. Стоп! Так, игра решила немножко упороться и вывести меня на рабочий стол, все нормально. Блин, нет, не все нормально. А, вампирик, я понял. Алло-лю. Угу. Наверху сокровищница. И в сокро... Вишнинцы мусор. Так, не сюда. Ко мне какие-то большие ковалки прилетают. Не клетки, но... Угу.
Угу. Бля, классно. Ах ты мразь. Что-то походу перекачаться все еще можно. Вполне. Так, о, привет. Блять. Вот именно поэтому я выключил звук. Пожалуйста, не надо. Там, блин, и задыхайся нахер. Говно кусок. Нет! Нет, блин, да что ж ты такая мразота? Черный мост. Ладно, мы уже везде опоздали, поэтому я не вижу причин не вернуться немножко назад. Какие-то пролетают куски по 60 золота, я что-то, блин, с чего? Видимо, у меня у какого-то оружия такое свойство или у чего-то еще. Надо бы лук поменять. Тихо. Я не люблю ежей, а. Че я сюда залез? Хер меня знает. Аметист, потому что, блин, хватит меня бить. Сюда мы не проходим. Так, где-то вот здесь можно вниз спуститься было. Я просто жаден не в меру. Ой-ой-ой, ой, неудачно. Ой-ой-ой, дважды не... Ой, перестань! Смотри. Все что ли? Ну там куда-то еще можно слазить. Давайте слазим. Можно слазить, значит слазим. Не испытываю проблем с этим, да? Здесь вот тоже. Просто фишка в чем? Мы сейчас... Ага. Можем, например, купить... Что-нибудь полезное, типа вот того. Потому что я не прокачиваю сейчас технику и не буду ее прокачивать. Соответственно, если у нас будет какая-нибудь служебная фигня, типа вот этой гранаты, нам будет лучше. Лоль, еще один свиток. Да, пожалуйста, больше урона. Еще больше. На. Ай! Валим. Просто валим. О, привет. Я понимаю, что яд бы, например, кусался сильнее, если бы я... Там что такое?
там какой-то рецепт, по всей видимости. Черный мост, а за черным мостом небось опять это, да? Как его зовут? Масляная граната. Тихо, не туда. Как-то очень странно меня покоробило. Так, хорошо. За черным мостом опять будет фьорд, за фьордом опять будет этот, скорее всего, так. Ну и ладно, сейчас попробуем инкомплит Уана забить. Как? Сына. Ногами. Кстати, я ему за спину могу прыгать, правильно? Здравствуй. Иди ты в задницу, ну. Какой же ты слабый иногда. Оп! Хрена он настакал на себе яда. Лол! Это же чит, вы посмотрите. Его сожгло, он под всеми шудами был, сгорел к хренам собачьим просто. Мне нравится. Пошли к коллекционеру. Не очень понятно, где взять новую руну. Мне нужно, наверное, это посмотреть. 5 минут назад, ну, естественно. 11 минут, я был прав. Меньше уже, 10:30. Решили, типа, что народ все знает, и надо немножко это... Что-то это такое. Поглощать дополнительный урон невозможно использовать для парирования. Угу. Парирование какое-то появилось, видимо. Хорошо. Фьорд. Там... Там что-то, мы не можем туда залезть. Но мы туда можем пройти, если будет еще одна руна. Это стопудово руна прыжков по стенам будет какая-то. Очень много таких мест, где явно можно только прыжками забраться. Лол! Ну, это не очень... Привет. И очень кое-что интересно. Надо не забывать, что у меня есть фейзер, и пользоваться им. Да отстаньте вы от меня. Блин, ух, там еще один. Блять. Неплохо сыграно, мистер Пират. Да блин. Винда, не пойти ли тебе в жопу, а? Тихо. Хорошо. Так, куда лезу? Я лезу вот туда. Спокойно. Я не буду убивать всех врагов. Блин. Кебаб, кебаб, кебаб. Не вижу смысла. Я, получается, таким образом только клетки зарабатываю. А прокачивать там вроде особо нечего, поэтому... Денег у меня больше 15 тысяч, оно не может остаться на следующий забег. Оп. Так успел! Он успел! Вы посмотрите на этого подонка! Оп. Не успел. Я успел, он успел. Все успели. Оу, е! Хорошо, сюда. Нет. Ой, блин. Опять это агрессивная трень. Ключ.
Замечательно выходит. Значит, сейчас мы там где-то его применим. Блин, что такое? Этот телепорт лучше бы наружу был. А, здрасте. А это там замороженный до сих пор стоит, смотрите. Пш. А, так, а тут еще должны быть какие-то прокачки для меня ведь. Ау! Сука. Угу. То есть, на самом деле, мне нужно куда-то вот туда лезть. Успел! Он успел выстрелить? Что за мразь? Добрый день. Я мимо. Нет, это хлам. О, нет. О, нет. 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 Да идите вы вон, маленькие ублюдки. Какие же неназойливые. Блин. О, блин, еще. Ненависть. Я чувствую лишь ее, как Элидан. Так. Блин, привет. Слушайте, ребята, вылупляйтесь там. Не знаю. Делайте, что хотите. Повернись. Ну, выживание. Если тактика выживания, на выбор. О, нет. На выбор. То выживание. Нахер вас всех. Здрасте. Там что-то происходит. Я разозлил богов. Боги не хотят пойти нахер, а? Бля! Инстант карма это называется. Вы понимаете, я и отвлекся. Я тупо посмотрел на таймер. И в этот момент меня настигло возмездие. О, блин. Это будет долгий забег. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Тыкните на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Страдать будем в следующей серии. Всего хорошего. Пока.